Если нет возражений, то начинаем работу. Значит, на повестке я защита диссертации Василия Ивановича Павлова, начальника отдела сопровождения Первого совета университета, ассистент кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством машин коллекции. Тема диссертации – совершенствование системы стандартизации и организации на основе виноватого. Тема диссертации – совершенствование системы стандартизации, организации на основе анализа европейских требований нормативных документов. Работа представлена с комитетом степени кандидата технических наук, специальность комитета главы акции стандартизации управления качеством продукции. Работа на каждом производстве летательных аппаратов, управления качеством машиностроения, самах и университет. Научный руководитель, доктор технических наук, доцент Плащев Юрий Сергеевич, начальник управления академического развития, профессор Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Федерального университета. Представитель оппонента, доктор технического профессора Иваненко Александр Геннадьевич, профессор кафедры стандартизации, метрологии, управления качеством, технологии и дизайна Юго-Западного государственного университета. И кандидат технических наук, доцент Одиновку Сергей Анатольевич, доцент кафедры управления качеством университета Московского электронного института национальных университетов. Ведущая организация Ярославский государственный технический университет города Ярослава. Если нет вопросов, то слово ученому секретарю для сообщения содержания представленных соискателей материала. Пожалуйста, Ярослав Александрович. Добрый день. В исходный совет поступили следующие документы. Заявление Васильева Ирины Павловны с просьбой принять предварительное усмотрение и защиту дисциплинарную работу. По специальности 05-02-23 стандартизации управления качеством продукции. Заветный копий диплома по высшему образованию. Председатель в 1996 году окончил Самарский государственный экономический университет. Присуждена квалификация инженерной механики, специальности электронной двигатели и энергетической установки. Справки о сдаче кандидатских экзаменов. Иностранный язык, история философской науки, специальная дисциплина, стандартизация и управление качеством. Заключение. Самарского национального исследовательского университета принято на состоянии качества производства летательных аппаратов и управления качеством машиностроения. Протокол номер 1/15 февраля 2020 года, в котором отмечена актуальность работы, нанесена практическая знания. Сделано заключение о том, что работа является завершенной, дана рекомендация для представления работы защиты. Что на деле имеется заключение экспертной комиссии? Проверка с помощью сервиса поиска текстового заявления не показала, что оригинальность текста цитаты составляет 5,25%. Тема содержания диссертации соответствует пунктам 2 и пункту 3 областей исследований по специальности на 5,2%. Диссертация отсутствует недостоверные сведения, приходят к искателям самостоятельной работы. Цель диссертации представлены в проекте написан текст, размещенный на сайте Самарского университета. Материалы исследования изложены в 21 работе, в том числе 8 статей в издании, входящих в 9 базах, 5 статей в издании, входящих в базу данных. Комиссия сделала вывод, что рассматриваемая диссертация представляет собой законченную работу, соответствует критериям, установленным положением обсуждения комиссии, являемых кандидатом диссертации. Данные рекомендации определяют дисциплинарную работу в защите. Экспертной комиссии подготовлен проект включения дисциплинарного совета. Представленные документы материала соответствуют установленным требованиям. Также в деле имеется акт о использовании результатов исследований при проведении внутреннего аудита системы выявленного качества испытательного центра Кирилл-Тестора Санкт-Петербург, ООО ТДМК и ООО «Бизнес-консал» город Тольятти, Самарской области, а также международного аэропорта Курган, город Самара. Спасибо, мне за вопрос. Есть вопросы, Николай Николаевич? Нет вопросов. Тогда слово для доклада представляется диссертанту Василию Николаевичу. Вас
Уважаемый председатель, уважаемый экспертный совет, все присутствующие, вашему вниманию представляется доклад по теме диссертации «Совершенствование системы стандартизации организации на основе взаимодействия требований нормативных документов». На предприятии для организации для обеспечения конкурентоспособности продукции создается и поддерживается в актуальном состоянии система машинного качества, которая должна отвечать требованиям потребителей, требованиям международных национальных стандартов. В качестве исходных работы рассматривают стандарты по системе менеджмента качества, системы экологического менеджмента, охране подотечной безопасности, это сливные стандарты, требования к системе менеджмента качества боестроения и автомобильной промышленности. Система стандартизации организации как часть системы менеджмента качества должна соответствовать требованиям как потребителей, так и требования международных национальных стандартов, решать задачи менеджмента качества, снижать риски и повышать возможности производства конкурентоспособной продукции. Нормативная документация организации постоянно обновляется, актуализируется, изменяется под воздействием внешних требований. Нередко происходит ситуации, когда внедряемые требования внешних стандартов конфликтуют или даже противоречат действующим уже системе стандартизации организации. Соответственно, требует решения проблемы повышения соответствия системы стандартизации организации современных требований, международных национальных стандартов, требований, основанных на механизме взаимодействия и развития внедряемых требований уже действующих нормативной документации организации. Также ключевой проблемой системы стандартизации организации является ограничение ресурсов предприятия на поддержание процедур стандартизации и сопротивление персонала внедрения новых требований. При этом, если в системе стандартизации организации неверно, не в полном объеме учтены требования международных и национальных стандартов потребителей, то организация не сможет быть конкурентоспособной. Решением проблемы соответствия системе стандартизации организации с временем требований может стать выявление и устранение конфликта в нормативной документации организации. Следовательно, в условиях динамически изменяющихся внешних стандартов уровень соответствия стандартизации, системе стандартизации организации, требований международных национальных стандартов и потребителей является ключевым фактором для обеспечения конкурентоспособности продукции и услуг. Поэтому была установлена следующая цель дисциплинарного исследования: повысить соответствие системы стандартизации организации, требований международных и национальных стандартов и потребителей за счет выявления и устранения конфликтов в нормативной документации. Основные задачи сертификационного исследования приведены на слайде. Объектом исследования определена система стандартизации организации, предметом исследования методики процедур внедрения новых требований, система стандартизации организации. В результате выполнения работы была получена следующая научная весна, которая заключает в раскрытии механизма интеграции действующих и вводимых требований в документах системы стандартизации организации на основе описания типов их взаимодействия и явления противоречий для установления потенциальных причин сопротивления персонала внедрения новых соблюдений уже действующих нормативных требований, а именно модель развития системы стандартизации организации, которая учитывает условия ограниченных ресурсов. Метод анализа интеграции взаимодействия новых требований системы стандартизации, которая основана на описании типов взаимодействия. Методика прогнозирования уровня сопротивления персонала внедрения новых нормативных требований. Методика оценки соответствия системы стандартизации организации, требований международных анализ стандартов и потребителей при внедрении требований. Основные положения и результаты выносимые на защиту представлены на слайде. Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории стандартизации, а именно методы системы комплексного упорядочивания требований системы стандартизации организации, улучшение которого выполнено за счет разработки информационно-аналитической модели взаимодействия внедряемых требований и действующей системы стандартизации организации. Практическая значимость работы заключается в разработке комплекса научно-технических документированных решений улучшения системы стандартизации, основанного на оценке соответствия данной системы требований международных национальных стандартов, а также требований потребителей.
системы стандартизации организации понимается совокупность процессов, выделяемых в рамках стандартизации, участников стандартизации, взаимодействия между собой и внешней средой, и документов всей стандартизации, устанавливающие нормы и требования, направленные на достижение порядочности деятельности организации и обеспечение качества технических решений и процессов. Так как система стандартизации организации представляет собой сложную систему, то указанные предприятия могут формироваться свои специфические процессы и процедуры, и возникает необходимость создания уникальных стандартов организации, описывающих нормы правил и требований, необходимые для обеспечения качества технических решений и процессов на средствах режимных предыдущих. В соответствии с первой поставленной задачей был проведен анализ подходов к развитию существующих систем стандартизации организации, современных требований машиностроителей и смежных с ней отраслей. Анализ работы различных зарубежных авторов, которые проводили научные исследования в области стандартизации, показал, что инициаторы работы связаны с проблемами недостаточной эффективности систем стандартизации организации. Эти проблемы возникают по причине усложнения процесса и процедур стандартизации в конкретных организациях, что приводит к увеличению числа вовлеченного персонала, усложнению которого установлены требования. Все направления развития являются значимыми, внесли существенный вклад в развитие стандартизации, позволили решить задачи повышения эффективности и результативности, снижения затрат на внедрение требований, сокращения сроков интеграции стандартов. Однако, такое важное направление, как повышение соответствия системы стандартизации организации требований международных национальных стандартов и потребителей на основе анализа взаимодействия требований нормативных документов, был раскрыт и достаточно. Внедрение новых требований в систему стандартизации организации требует выделения ресурсов, финансовых, временных, персонала. Недостаток ресурсов может привести к негативным последствиям, когда внедряемый требований был реализован не в полной мере, не в полном объеме, или временное внедрение требований будет увеличено. Поэтому в соответствии со второй задачей была разработана модель развития системы стандартизации организации в условиях ограниченных ресурсов, отличающихся тем, что учитывает риски возникновения и развития конфликтов нормативной документации, которые приводят к несоответствию системы стандартизации организации требований как международных национальных стандартов, так и потребительских. На этапе анализа внедрения требований проводится оценка ресурсов возможностей организации, которая основана на разработанной Федоровым Алексеем Викторовичем математической модели устойчивого развития предприятий, исследуется взаимодействие и развитие норм и требований и их наследственности. Динамика интеграции внедряемых требований возможна тремя способами. За счет увеличения показателей реализации нормативных требований в единице времени и производительности, за счет увеличения совокупных ресурсов организации, затраченных на поддержку одного установленного стандарта требования, и за счет двух показателей одновременно. Таким образом, с помощью данной модели можно выбрать оптимальный путь интеграции стандартов действующей системы стандартизации и при помощи оценочной системы затрачиваемых ресурсов увеличить полноту и степень реализации требований и реализировать ресурсы на их внедрение. Вашему вниманию предлагается метод анализа интеграции норм и требований системы стандартизации организации, который основан на описании типа взаимодействия требований, что позволяет установить конфликты между нормативными документами. Для иллюстрации взаимодействия использовалась теория множеств. В исследовании было классифицировано 4 типа взаимодействия: совпадение, объединение, исключение, отрицание. Совпадение, когда требования дублируются и полностью соответствуют друг другу. Объединение, когда требования системы стандартизации дополняются, включая в себя требования нескольких внешних стандартов, будь это международные, национальные или требования потребителей. Одним словом, мы дублируемся. Пересечение требований. В случае, когда требования одного стандарта частично включают в себя требования другого стандарта. Отрицание. В случае, когда требования стандартов конфликтуют, либо противоречит друг другу. Такой подход к пониманию вопросов взаимодействия требований позволяет еще до начала процедуры интеграции, разработки конкретных стандартов,
определить риски взаимодействия нормативных документов и принять соответствующие управленческие решения. Для выявления и сокращения рисков конфликта требований стандартов, понимание, насколько требуется стандарт интегрированной системы стандартизации организации, предлагается информационно-аналитический анализ взаимодействия требований международных национальных стандартов системы стандартизации организации, который можно представить по принципу удобного качества прикрытия анализа, когда схема разделена на соответствующие комнаты для разработки функции. Основная задача этой модели – поиск противоречий и конфликтов нормативной документации, которая может привести как к снижению качества продукции и работы услуг, так и к опасным угрожающим жизни ситуациям. А также для выполнения задач интеграции стандартов, дальнейшей разработки планов и корректирующих мероприятий. На данном слайде приведем пример информационно-аналитического анализа взаимодействия внешней внутренней нормативной документации организации. Слева указывают соответствующие разделы и требования в системе стандартизации организации, а также матрицы связи нормативных документов. Сверху указывается перечень стандартов и матрицы связи нормативных документов. Справа находится матрица ответственности должностных лиц и оценка освоения степени раздела. При оценке степени освоения материала проводится количественный анализ, установленный символ объединения, пересечения и совпадения отрицания. Этот анализ позволит определить основные проблемы и конфликты нормативных документов и провести, в которых необходимо экспертное мнение. Внизу указана необходимость планов интеграции и с необходимыми корректирующими мероприятиями. Для анализа рисков взаимодействия требований стандартов использовался известный прием построения таблицы ФМА-анализа последствий потенциальных несоответствий. Оценка рисков основана на расчете произведений по трем шкалам, где Z – это оценка значимости конфликта требований, V – оценка типа взаимодействия требований стандартов, K – оценка возможности обнаружения исполнительных конфликтов требований стандартов. Приоритетное число конфликтов рассчитывается путем перемножения числовых оценок Z, V и K. Если приоритетное число конфликтов больше либо равно 125, то разрабатывается, внедряется корректирующие и предупреждающие действия для снижения и устранения риска конфликта до определенного уровня. В наших случаях такие мероприятия также разрабатываются, если оценки ЗТК больше 8. Если оценки ЗТК экспертами оцениваются на основе анализа согласования клиник, то для показателей В оценки типа взаимодействия требований предлагается рекомендация определения числового значения, которые помогут эксперту выбрать конкретное значение. При внедрении требований нового стандарта в организации ожидаемо встречается сопротивление персонала. Для успешного внедрения соблюдения требований стандарта необходимо узнать причины сопротивления персонала. Данные причины носят объективный характер и зависят от уровня развития системы должностных качеств. Поэтому для решения третьей задачи была разработана методика прогнозирования уровня сопротивления персонала внедрения новых нормативных требований, которая отличается тем, что основана на экспертном методе установления противоречий и нормативных документаций. Уровень сопротивления персонала определяется расчетом уровня несоответствия по каждой причине сопротивления персонала экспертным способом и далее операциями сверстки рассчитывается уровень сопротивления персонала. В результате организация получит оценку того, насколько успешно может быть внедрение требований и что конкретно как необходимо изменить, устранить какую причину для повышения эффективности внедрения требований. В данной работе предлагается новый подход к оценке соответствия системы стандартизации организации требований международных национальных стандартов потребителей, основанный на расчете степени внедрения требований внешних стандартов в систему стандартизации. Уровень сопротивления персонала определяется расчетом уровня. Для определения степени внедрения требований применяется эффективный метод менеджмента качества, внутренний аудит. Оценка степени внедрения рассчитывается также методом сверстки и определяется по уровню внедрения, где на него уровне это требование не внедрено,
и третий уровень требований внедрено полностью во всех подразделениях, во всех процессах. Такой подход позволяет определить, насколько внедряемые требования будут реализованы в полной мере, в полном ли их объеме. Методика оценки соответствия систем стандартизации организации требований международных национальных стандартов является комплексной и интегрирует все вышеуказанные показатели. Таким образом, оценка соответствия систем стандартизации организации заключается в анализе информационно-аналитических исследований, основана на аудите, на внутреннем и внешнем аудите и экспертной оценке, которая основана на типах взаимодействия требований, оценке уровня сопротивления персонала и оценке степени внедрения требований. Предложенная методика позволяет оценивать риски несоблюдения требований международно-национальных стандартов потребителей во всех подразделениях организации и разработать план по интеграции требований стандартов, а также другие мероприятия по улучшению систем стандартизации организации. Основная идея развития метода оценки соответствия систем стандартизации организации внешних требований заключается в мониторинге изменений информационной модели взаимодействия. Это радиальная диаграмма сравнения показателей качества систем стандартизации организации по подразделениям. Результаты исследований были внедрены и апробированы на нескольких предприятиях в организациях, международный аэропорт Урумч, испытательный центр Политех-Тест, ООО ДДМ-ПРАМ, ООО Бизнес-Консалт и в Самарском университете, что подтверждено актами деления. В процессе диссертационного исследования был разработан проект стандарта оценки соответствия системы стандартизации организации, на основании которого введены действия стандартов ООО ДДМ-ПРАМ и в Самарском университете. Прогнозирование сопротивления, а также установление потенциальных причин и использование методик позволит сократить сроки внедрения требований систем стандартизации организации испытательных центров политех-теста и ОПДНК более чем на 2 месяца. Экономический эффект по результатам внедрения в ОПДНК составил 120 тысяч рублей, в политех-тесте 105 тысяч рублей. На предприятиях автопоставщиков и автопроизводителей прогнозируемый эффект более 500 тысяч рублей при объеме внутренних нормативных документов, превышающих 500 стандартов. На данном слайде приведены основные количественные и качественные результаты работы ИТУ. Проведен анализ существующих подходов к повышению соответствия системы стандартизации организации современных требований. Разработана модель развития системы стандартизации организации в условиях ограниченных ресурсов. Разработан метод анализа интеграции взаимодействия нормы требований системы стандартизации организации на основе применения классификации типов взаимодействия. Разработана методика прогнозирования сопротивления персонала внедрения нормы требований, основанная на экспертном методе установления противоречия конфликта. Разработана методика оценки соответствия системы стандартизации организации требований международных национальных стандартов потребителей при внедрении нормы требований, основанные на информационно-аналитическом исследовании взаимодействия требований и экспертной оценке, которая позволила учитывать уровень сопротивления персонала, типов взаимодействия и степень внедрения требований. Также проведена практическая апробация предложенных методик по всем, что подтверждено актами внедрения. Таким образом, все задачи дискуссионного исследования были решены, цель была достигнута, доклад закончен. Спасибо, Нина Павловна. Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
фактором является исследование противоречий конфликта в нормативной документации, установление причин, менять управленческих решений, что позволяет увеличить степень внедрения требований, полнотой их внедрения и сократить или не сделать сроки внедрения. Моя методика основана, суть своей методики я расскажу как вкратце на одном примере, такой актуальный, можно сказать, пример. Есть требования. Правительство города Москвы предъявило требования к организации предприятия города Москвы о переводе 30% персонала на удаленное место работы. Это дано требование. Требование должно быть внедрено. Что организация должна сделать? Она должна оценить свои возможности, насколько это требование будет интегрировано в ее систему стандартизации. Второе. Естественно, появляется сопротивление персонала, потому что некоторые сотрудники не хотят выполнять данные требования, хотят оставаться на рабочем месте и не переходить на удаленку. И, с другой стороны, есть работодатель, который, наоборот, требует, чтобы сотрудник находился на рабочем месте, а он обращается в различные инстанции и доказывает, что он имеет право, в соответствии с этим требованием правительства Москвы, находиться на удаленке и там выполнять свои функциональные обязанности. Конфликт. Это требование невозможно выполнить абсолютно всем организациям и предприятиям города Москвы. Потому что есть такие организации и предприятия, которые должны выполнять свои обязанности именно на месте. Как транспортные, полиция, больницы. Соответственно, что? Конфликт требований. Решение. Интеграцию не проводит. Значит, они не выполняют это требование. В то же самое время на предприятиях существуют какие-либо структуры, поддерживающие регулированные процессы технологические, которые невозможно открывать. Соответственно, какие-то службы, какие-то отделы на предприятиях тоже не выполняют данное требование. Это решение выполнения вот этого конфликта требования. Далее. Сопротивление персонала. Сопротивление персонала среди. Далее степень внедрения. Анализ должен пройти анализ руководства. Руководство должно определить, насколько его это требование внедрено в организацию, потому что оно должно составить отчет и отправить правительство города Москвы. Причем этот отчет является мониторингом, он, по-моему, раз в неделю должен отправляться за определенным всем исследованием. Это очень жесткое требование. Далее, оценка соответствия. Требования выполнены, требования не выполнены. Если требования выполнены, то соответствует соответствие. Если требования не было выполнено, соответственно, руководству предприятия организации необходимо создавать план по интеграции этого требования и разрабатывать предыдущие мероприятия. По второму вопросу. Для расчета оценок приводятся шкалы числовых значений и даются как качественные, так и количественные результаты оценки. Расчет уровня сопротивления, расчет степени внедрения, то есть можно определить как процентное соотношение, так и соответствие. Высокий и средний – это качественные и количественные оценки. Оценка уровня соответствия – то же самое. Если говорить о результатах качественных, которые были проведены во время его исследования, то можно сказать, что сокращение внедрения требований в соответствии с историей 2015 года по ОДДМК составило 2 месяца. В испытательном центре Политехтест нужно было сертифицироваться на соответствие СТО «Газпрома» и
соответствии с моей методикой, тоже срок внедрения был сокращен на 2 месяца. При этом экономический эффект составил 45 тысяч рублей, а по вот ДНК на 120 тысяч рублей. Я считаю, это является какая-то прочная карта.
что требования здесь рассматриваются как множество. Существующие требования, которые определяются и пересекаются только в творении двух форм. Поэтому с этой точки зрения методика, она универсальна. Так мы рассматривали ее... А в чем общий счет? Спасибо.
Thank you.
организационную работу по активным линфалам, совершенствованию системы стандартизации организации на основе анализа взаимодействия требований нормативных группами, ставленных в конечной степени кандидатов в институт наук, в специальности 05-2023 стандартизации управления качеством продукта. Вот заведующие организации отмечены как актуальной системы средствами, приводит и краткое то, что структура и содержание работы. Отметьте научный новизна проведенных исследований и полученных результатов. Научную новизну составляет научно-практический комплекс методик и инструментарий, который направлен на совершенствование системы стандартизации организации на основе анализа взаимодействия требований уже существующих и внедряемых нормативных документов. Предлагаемый автором модель развития системы стандартизации учитывает условия ограниченных ресурсов предприятий и основывает на распознавании противоречий требований при интеграции и взаимодействии норм. Отмечена практическая ценность результата, которая заключается в предложенном подходе к улучшению системы стандартизации, которая основана на оценке соответствия существующей системы стандартизации внедряемых требований как международных, так и национальных стандартов. Значимость результатов полученных диссертаций для науки и практики. Наиболее значимые результаты работы заключаются в разработке и внедрении научно-прикладного комплекса методик и инструментов, обеспечивающих высокий уровень соответствия системы стандартизации, требований, предъявляемым международным, национальным стандартам и дополнительным, обеспечивающим снижение затрат на их внедрение, а также сокращение сроков внедрения требований. Недостатки в работе и замечания. В работе имеются следующие замечания. Первое. Представленные методики оценки качества действующей системы стандартов организации и установленные требования качества системы. Второе. В работе при исследовании внедрения стандартов организации, анализе связи, требований и норм применяется в качестве примера стандартных начальных качеств. Кроме того, один из показателей качества системы стандартизации организации указывает на соответствие требований стандарта и СМК. При этом в организации может отсутствовать система менеджмента качества, но при этом будут действовать стандарты, например, в области обеспечения риска изменений. Поэтому необходимо обоснование автора по применению исследования стандартов в области менеджмента качества. Последнее, третье замечание. Необходимо пояснение автора применения методики при внедрении стандартов в таких системах, единой системы конструкторской документации, единой системы технологической документации, стандартов безопасности. Заключение о соответствии работы требованиям ВАК. Дисциплинарная работа Васильева Ирины Павловны является систематизированным научным исследованием и представляет собой выполненную законченную научно-конституционную работу, которая содержит решение научной задачи, имеющей значение для развития системы стандартизации организации, повышение уровня соответствия требований, являемым международным и национальным стандартом. С учетом актуальности выполненных исследований, научной новизны и практической значимости полученных результатов, считаем, что предложенная дисциплинарная работа позволяет всем требовать положения о присуждении ученой степени. А ее автор Васильева Ирина Павловна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук в специальности 05-2023 стандартизации управления качеством продуктов. Отзыв на дисциплинарную работу рассмотрен и утвержден на заседании кафедры технологии и технологии стандартизации и метрологии. Протокол номер 1 от 13 августа 2020 года. Подписан заведующим кафедрой технологии материалов, стандартизации метрологии доктора технических наук Артемовым Валерией Анатольевной Ивановной и утвержден исполняющим обязанность директора организации экономических наук Артемовым Степановым. Получен ведущий организацию имени Артемова по обзору отзывов на автореферат. На диссертацию автореферата поступило 8 отзывов. Обзор отзывов представлен в проекте заключения дисциплинарного совета. Поэтому я предлагаю только ознакомиться самостоятельно и зачитывать. Но хотел бы отметить, что во всех отзывах отмечено, что несмотря на указанные недостатки, они не являются определяющими, но частично дискуссионный характер и в целом снижают высокой оценки работы. Во всех отзывах отмечено, что диссертация соответствует требованиям ВАП и сделано исключение возможности присуждения Васильевой Ирине Павловне, кто не известен, кандидат технических наук, специальности на третьем плане риска, стандартизация и управление качеством продукта. Спасибо. Спасибо, Леонид Павлович. Я предлагаю отвечать.
однако отсутствуют основные атрибуты традиционного представления процесса оптимизации, а именно целевая функция ограничения беспокойства. Ясно, как провести анализ системы стандартизации крупных организаций, где число нормативных документов может превысить тысячу. Стоит дополнительно пояснить, как в условиях ограниченных ресурсов можно сократить расходы на поддержку системы стандартизации. Следовало бы показать свидетельство оценки имеющихся ресурсов на развитие системы стандартизации уровнем конкурентоспособности продукции, а также применить данные для решения процедуры СМИА. Следовало бы провести классификацию дела установленных нормативных документов, технические, организационные и другие, либо сослаться на имеющиеся классификации. Текст на странице 91-й диссертации «Причины за проявление персонала к внедрению требований стандартов могут быть рассмотрены как показатели качества системы стандартизации». Этот текст не ясен, поскольку не все представленные далее причины выражены в метриках показателей качества. Сделанные замечания не являются принципиальными, не изменяют общей положительной оценки диссертации Васильева и Михайловны, являющейся законченной научно-квалификационной работой, носят рекомендательный характер и направлены на развитие работы. Результаты исследований были своевременно опубликованы и докладывались на различных конференциях. Диссертация написана автором самостоятельно, обладает единством, содержит новые результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, которые свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в науку. Таким образом, диссертационная работа Васильева и Екатерины Павловны на тему совершенствования системы стандартизации организации на основе анализа взаимодействия требований нормативных документов, представленная на соискании ученой степени кандидата технических наук, решает актуальную научно-техническую задачу, имеющую существенное значение для развития теории и практики стандартизации, и в полной мере удовлетворяет требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям, изложенным положению и суждению ученой степени. Соответствует паспорту научной специальности 05-02, а ее автор Васильева Ирина Павловна заслуживает и суждению ученой степени кандидата в научные степени. Так, спасибо. Нет вопросов к тайному оппоненту? Нет, Александр Геннадьевич, покажите. Слово представляется официальному оппоненту Одинокову Сергею Анатольевичу. Стандартизация организации, основанная
анализ работы показал, что цели и задачи, поставленные в работе, выполнены, но при этом хотелось бы сделать ряд замечаний и вопросов по работе. Первое. Структуры и модели развития системы стандартизации организации, построенные на основе цикла PDCA, на этапе планирования используются элементы корректирующей деятельности. Насколько обосновать его положение и нелогичнее ли перенести его на последний этап, как собственно сберить какие нужны качества. Второе замечание. В ряде методик используется экспертная оценка. Какие требования предъявляются к экспертам, в том числе к приглашенным экспертам, их компетентности и кто привлекался для экспертных работ на предприятиях, где проходила апробация работы. И третье замечание. Неясно, чем руководствуется для определения значения вероятности КАС и расчета приоритетного числа конфликтов. И заключение. А в целом указанные замечания носят исключительно рекомендательный характер и не снижают научные и практические ценности работы. Диссертационная работа Васильевой Ирины Павловны, выполненная на достаточном теоретическом и практическом уровне, является законченным научным исследованием, отличающимся новизной и имеющим несомненное научное, методологическое и практическое значение. И в заключение. Работа соответствует требованиям, предъявляемым кандидатом диссертации ВАК Российской Федерации, а ее автор Васильева Ирина Павловна заслуживает ученой степени кандидата технических наук по специальности манифестом 223 стандартизации и управления качеством продукции. Спасибо. Спасибо, Сергей Анатольевич. Присаживайтесь. Слово для ответа на замечания, содержавшиеся в воздухе, замечания капитальных планетов. Я хочу поблагодарить оппонентов за высказанные и высланные замечания. Все замечания были проработаны. Большая часть замечаний мной уже была к нам подготовка доклада. И часть вопросов приходит к категории развития работы. Еще раз поблагодарю. Чудесно. Присаживайтесь. Очень лаконично все вопросы сразу получили исчерпывающие ответы. Тогда быстренько переходим к дискуссии. Пожалуйста, кто хотел бы выступить? Надо слово представить, конечно, профессору Костовскому Владимиру Николаевичу. Такую связь между стандартами первого уровня и так далее.
настоящие нормативные документы. Вот использование такого инструментария, на мой взгляд, очень здорово, значит, повышает уровень развития стандартизации на промышленных предприятиях и в организации в целом, потому что инструментарий обобщенный, исходя из действующих стандартов, ИСО 9001-2015 года, в общем, даже актуален. Также большой интерес представляет вот, на рисунке 3 оператора такая модель связь внедрения стандартов и причин сопротивления персонала внедрения. Ну, вообще, я в своей практике вообще не встречал пока еще таких моделей, то есть это вообще элемент такой научной новизны, достаточно, на мой взгляд, мощный. И здесь достаточно лаконично и четко вынесены элементы, которые можно обозначить как классификацию, такой сопротивляемость персонала. В общем, в целом, конечно, диссертация сделана на высоком научно-техническом уровне. Я поддерживаю работу Васильевой Ирины Павловны. Считаю, что работа соответствует специальности 05-02-23 стандартизации управления качеством продукта в полной мере. Буду голосовать за. И, уважаемые коллеги, прошу вас голосовать также за эту работу. Спасибо. Спасибо, Иван Николаевич. Так, выступить практически профессор Сидельников Андрей Валерьевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, мне тоже работа эта понравилась, она очень фундаментальная, актуальность не вызывает никаких сомнений, получим новые результаты. И, собственно говоря, на что тоже хочется обратить внимание, то, что вот руководитель сказал, что она немножко долго делалась, но это видно в ходе работы, потому что 8 актов документации, 5 фокусов. Если еще присмотреться более детально, то можно увидеть, что последние 3 актов документации автором сделан без авторов. Понятно, что работа была самостоятельно, и ряд очень важных результатов были получены самостоятельно опубликованы. Поэтому действительно работа созрела, и никаких сомнений лично у меня не вызывает. Поэтому я буду голосовать за и призываю вас тоже. Спасибо, Андрей Андреевич. Пожалуйста, слово представляет профессор Антипу Дмитриевич Павлов. Вообще, нужно сказать, что тема разработки совершенствования системы стандартизации, она не так часто защищается и рассматривается вот в нашем направлении. Поэтому, конечно же, вот это то, что направление было взято за основу, я считаю, что это большой плюс, и проделанная работа в данном направлении также улучшает систему стандартизации и вносит такой значимый вклад в ее развитие. На что бы я хотел обратить внимание, несколько моментов. Ну, первый момент. Автором рассматривается степень методики и подходы к внедрению, к оценке степени внедрения требований. Вот в нашей практике есть такой метод, как аудитор. Да? И аудиторы, когда оценивают соответствие систем менеджмента качества, они просто констатируют факт, что требования либо соответствуют, либо не соответствуют. Но мы с вами понимаем, что внедрить требования можно по-разному. Можно внедрить его формально, нам придется там, констатировать, что вроде бы оно внедрено. А можно внедрить его в полном объеме. Вот авторам предлагается оригинальная, на мой взгляд, методика, которая указывает критерии степени внедрения, степени оценки, точнее, соответствия внедрения требований. И я считаю, что это очень значимый раздел. Вторым моментом, на что бы я обратил внимание, это комплексность работы. Когда автор рассматривает внедрение требований, он рассматривает с точки зрения, насколько требования между собой взаимодействуют или конфликтуют, насколько уже требования внедрены в организацию и от этого выстраивается тоже работа.
И также учитывается человеческий фактор, сопротивление и лояльность при внедрении требований. Я считаю, что вот эта комплексность, она также даст результат при апробации на практике. Ну и вот мой был вопрос связан с оценкой экономической эффективности. Вот мне тоже понравился оригинальный подход, как предлагается оценить эффективность. То есть оценка эффективности предлагается через затраты, связанные с разработкой, внедрением, с работой по стандартизации. Вот тоже считаю, что это оригинальный подход, и до всех уже до этого я как бы не встречал такой подход с точки зрения экономики и качества. Поэтому я буду голосовать за и призываю всех коллег также поддержать данную работу и голосовать за. Спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Вячеславович. Значит, ЛЕСРУ слово представляется Иващенко Антон Владимирович. Пожалуйста. Требования,
остановиться на этих моментах, в том плане, что в этом указе отмечено, что экономика у нас должна быть на пятом уровне, а мы далеко пока еще в очереди, да, и ближе к теме, или ближе к вот, смыслу заработать, да, членов Совета, это экспорт продукции должен быть не менее 20%. Есть, так сказать, шкала о том, что если экспорт от 10 до 15%, то это слабо развитое, если от 15 до 20, это развивающая страна, а если она более 20, то это развитая страна. Самарская губерния имеет экспорт сегодня 4-5, ну максимум 6%. Это мы где же по этой шкале? А на наших предприятиях работают выпускники наших вузов. Вот конфликт тех требований, которые предъявляют экономика, и те результаты, которые дают на горах большие коррекции. И это требование, вообще говоря, сегодня актуализируется событиями, близкими по своему содержанию, событиями 30-х, накануне 40-х годов, когда шла тогда мобилизация экономики, мобилизация индустриализации и всех остальных направлений. Сегодня мы тоже ощущаем, что на Прибалты зубы показывают, поляки вообще как-то свихнулись, шляхтичи не туда и гребут, не то говорят, не то делают. Белоруссия, Украина, Кавказ. Сейчас объявили, что президент Киргизии подал в отставку. То есть обстановка-то вокруг России очень напряжена. И поэтому, если не принять меры и не выполнять требования, ну, не выйти на те показатели экономики, которые имеют место в указе 2018 года, то, в общем-то, сложно противостоять России тому натиску, который имеет место. Конечно, это не дело одного сердца. И я сегодня здесь это говорил с позиции, как меня представили, как президента Самарского отделения, царь, академии проблем качества, обращение как к общественности, как всем специалистам, а качество, конкурентоспособность, оно как раз и является узловым, который задает темп, задает приоритет развитию и образования, и науки, ну и, надеюсь, и первым дисциплинарного совета. Поэтому пожелал бы я диссертанту в перспективе темы развивать и развивать так, чтобы экономика и России, и области, и статус вуза был соответствующий тому, как бы выдвигает нас международные установки и требования экономики России. Спасибо. Спасибо, Геннадий Алексеевич, за подходящее выступление и гимна качеству, в отсутствии количества. Значит, кто еще хотел выступить? На это проведем черту? Да, хорошо, на это проведем черту. Спасибо. Переходим. Да, слов представляет Василина Николаевна. Все согласны?
Спасибо за данную кандидатуру. Прошу проголосовать за. Против нет, удержаться нет. Единогласно. Прошу членов комиссии поступить. Процедура голосования завершается. Слово для оглашения результата голосования представляется председателю счетной комиссии. Пожалуйста, кто-нибудь. Так, идет один товарищ, пожалуйста. Спасибо, Николай. Так, пожалуйста.